Вот последнее постановление, вчерашнее, от 18 марта, оно ужесточает проведение спортивных, массовых, культурных, всех мероприятий численностью, одномоментной численностью более 50 человек. Поэтому мы не рекомендуем гражданам сейчас посещать театры, выставки, развлекательные какие-то мероприятия именно с такой численностью. Поэтому все мероприятия, которые больше 50 человек, они будут ограничены. Места, которые связаны с питанием, они ограничиваться не будут. Но численность у нас будет ограничена 50 человек. А как это можно ограничить? Допустим, в ресторане, как правило, в общем-то, есть определенное количество столиков, да, и администрация ресторана может контролировать количество, которое приходит одномоментно для проведения либо мероприятия, либо для просто покушать.